Всем привет, вы на канале Bullets Union, и если ваш город поглотил вирус, тогда вам к нам. Игра Tom Clancy's The Division, часть. Ничего не могу сделать, самого патронов нет. Фигня какая-то. У меня какая-то ерунда с щит. Нет, у меня с щитом какая-то ерунда случилась. Как там? А, стой, у меня еще один предмет есть. Или... Да, все у нас. Ванюка, не спускаюсь. Слушай, мне щит перестал работать. Только не спеши вперед, и пей. Угу. Слушай, а чем мне за ерунда с щитом? У меня щит не работает. Пошли тихо. Слышь? Анимация вообще есть? Есть, чем какой-то кривой разбитый. Понял? Все понятно. Если это босс, то он слабенький. Надо наверх. Там что-то осталось с ней. Да. Что, детали где-то? Ну это, наверное, наверху тоже. Ох, дорогуша, до нас дошли ужасные новости. Просто ужасные. Бандиты взяли в заложники несколько добропорядочных граждан. Куда катится мир? Нет. Высылаю тебе координаты. Нет, ну уж навряд ли, правда, так далеко. Мне кажется, там где-то прям близко подъем. Мне тоже кажется, изнутри где-то. Ох, дорогуша, до нас дошли ужасные новости, просто ужасные. Бандиты взяли в заложники несколько добропорядочных граждан. Куда катится мир? Высылаю тебе координаты. Не нашел. Я заметил. Чего? М870 эспрессо. Ладно. А у тебя что выпал? Хрень какая. Как обычно. Мне вот показываешь, здесь что-то есть, а я его не вижу. Вот детали оружия. Ой, я что-то еще нашел. А ты щит вообще бросил? В смысле? Ты щитом сейчас ходишь? Нет. А он у тебя в руке, на руке.
то есть анимации. Забавно. Да, вот щит. А мне не показывает. Бросил? Нет. Забавно. Хочешь совет? А? Нажми L, сними щит. Смотри. Есть. А. Смотри. Его не может быть. Ванёк. Ты стоишь со щитом, мятым, пошарпанным щитом. Причем у тебя в той же... На укрытие. Есть щит. Сейчас ты со щитом. Блин, ну мы все равно закончили, так что завтра разберешься с этим делом. Я думаю, как перезайдешь в игру, все нормально. Пошли до базы, что ли? Или до опорника? Да, только мне лень, я телепортнусь, окей? Ну ладно. Так. Где же твое сострадание? Операционный ба... Нет, стоп, наверное, нет. Что? Операционная база почты, что ли, нам нужна? Да. Ты на нее переместился. Перемещаю, здесь достаточно долгое перемещение, быстро. А, окей. Ох, дорогуша, до нас дошли ужасные новости, просто ужасные. Бандиты взяли в заложники. В общем, судя по скорости, за тобой даже не то, что телепорт, не вертолет залетел, а машина заехала. Как с Дэдпулом, таксишка? Запорожец. Вот. Вот я переместился. Только сейчас. Быстро. Да? Здесь только проходов в подземку, походу. О. Вот. Расходуйте экономно. Ладно? Теперь это наша еда, уроды. А ну-ка, быстро бросайте припасы и валите отсюда. У меня какая-то ерунда. В смысле? Я, короче, стреляю. Урон вроде как должен проходить. А его, во-первых, ноль. Во-вторых, меня почти убили. Прикольно. А все это щита? У меня нет выбора, кроме как добежать до базы. С той стороны.
Ты что, там уже все продал, что ли? Нет. Я пытаюсь. Пошли по бырику на воды. Пошли. Стоп, а здесь что-то есть? По-моему, это была каша, да? У меня броня с раков выпала. А я туда бегут вообще? А ты маршрут проложил? Чувак, они уже здесь. Я не прокладывал маршрут. Первой помощи тут на углу. Я же говорил, да? Это они распространяют вирус. Они вызвали национальную гвардию, а скоро будут нас вакцинировать. Они сообщение слева было. Тотальный контроль. Мировое правительство попыталось это сделать после 11 сентября с вакциной от гриппа, но ничего не вышло. Поэтому теперь они нанесли еще один удар. 11 сентября? Тебе тогда было 8 лет. Уймись уже с этими теориями, а? Алло? Алло? Сообщение на волне ОТГ. Ты куда убежал? Малого калибра. Нам не продержаться. Всем бойцам ОТГ, прием. Поиск источника сигнала завершен. Передаю координаты. К вам приближается противник. Вижу врага! Парни, нас гораздо больше. Он считается тот чувак, который в задницу застрял. Видимо, да. Внимание, к вам приближается противник. Понял? Бегу, бегу. Я ничего не говорил. Я рад, что ты здесь. Ты куда ливнул? Ты операцию начал. Чё? Исчез. Кто? Ты? Ты. Нет, я на месте был. Вот ты сейчас переместился. Кстати, ты очень далеко. А здесь люли. Очень далеко? Да. У меня проблемы, Ванёк. У меня тоже. Я операцию начал.
Да. Ты не поверишь, было все намного веселее. Это был последний. Не поверю. Все просто. Ну, я тебе не верю. Вон вход темный зомби. Пошли. Ну, почему? Нафиг, пошли на миссию. Второстепенки все хочешь сначала? Нет, сюжетка. Окей. Так, агент, твоя задача найти купюры, которые распространял наш дорогой Амхерст, поскольку на них должен быть исходный штамп вируса. Эйблс один из первых очагов заражения, так что если повезет, там будет полно таких купюр. А также Нью-Йорк. В универмаге... Я ближе пойду, стой. Не хочу на вас давить, но без этого исходного штамма нам не на что опереться. А значит, на вакцину можно не рассчитывать. Так что это производственная необходимость. Давай. Концентрация углекислоты повышена. Ого, похоже, в здании пожар. Я загружу высок планы этажей. Наверняка они тебе понадобятся. Расчет маршрута к пульту системы пожаротушения. Проходи. Внимание! Система пожаротушения включена. Система установлена на верхних этажах. Снимите блокировку вручную. Отлично! Иди вперед! Я пороюсь еще в этих схемах. Буду сообщать тебе, где выключатель. Так, здесь шмот был где-то рядом, да? Напоминаю, тебе нужно найти те купюры, на которых был исходный штамп. Вот он. Ищи везде. В кассах, в коробках для пожертвований, в банках для чаевых. Нет. Везде, где только могут быть наличные деньги. Там ящик был. Вот здесь он, вот он. Открыл ты его? Да, здесь пополнение. Ой. Ты я? Я. Блин, а жаль. А жаль. Ты дальше пошел. А это обратно сюда проход? Вот только шмот бы найти сначала, конечно.
Че, пойдем вниз сначала или здесь пройдем? Да, здесь. О. Че нашел? Ничего. Я нашел пополнение еще одно. Я шмот. Где? Нет, не шмот, просто ящик. Вот. А мне тоже не надо это. О! Поблизости обнаружен. Это же запись. Тест на вирусное заражение отрицателен. Дочка просила танзанит. У вас такое есть? Господи, ну ведь просто прелесть, а не часы. Ну скажи. Извините, у меня кредитка не работает. Ничего страшного. Сдача $9.20. С праздником вас. Я лыж. Ты наверх? Да. Я за второй тогда дрянью это побежал, я помню, где она. Наверное. А, нет, перепутал. Все на втором этаже оставался, так понимаю? Да. Тест на вирусное заражение отрицателен. Знаешь, надо сюда будет прийти потом отдельно. Шмот есть. Тест на вирусное заражение отрицателен. Так тест же отрицателен. Ванёк. Mm. Докладываю, я в задницу. Сам себя реанимировал, что ли? До того, как чистильщики все сожгут. Да. Высокая температура разрушает ДНК. Уже при 100 градусах ковалентные связи рвутся, и двойная спираль расстегивается, словно молния на платье у старшеклассницы. Еще и поэтому не стоит их к себе подпускать. Ну вот, и я о том же говорю. Что нашел? Ага. А в ящике что? Что выпало? Мобилизационный жилет 38 брони.
Тесты на вирусное заражение отрицательные. Тесты на вирусное заражение отрицательные. О, аптечка третья как раз. Внимание! Опасность возгорания. Судя по схеме, впереди находится аварийный переключатель. Внимание! Повышенная концентрация вируса. Есть. Значит, где-то рядом зараженные купюры. Ищи их. Только не слиняй, когда найдешь. Внимание! Опасность возгорания. Я нашла еще один выключатель системы пожаротушения. Высылаю координаты. Тут был, короче, типа босс такой желтенький, я его убил. И постарайся не погибнуть, ладно? От обугленных агентов тоже нет никакого толку. Агент, будь начеку. Мы только что получили сообщение от наблюдателей ОТГ. В здание прибыли новые группы чистильщиков. Держись от них подальше. Повторяю еще раз. Купюры должны быть как новенькие. Ну, ты понимаешь? Внимание, вы вступаете на зараженную территорию. А как? Контрол? Вы покидаете да. Зараженную зону. Надо босса сразу нейтрализовывать у него. А я еще сделаю с ним. Я держал сколько мог. Я тоже один там не могу сидеть сейчас. Я попробую, я внизу. Внизу в этот раз тоже? Я вот здесь в засаду сяду. Короче, вымани босса. Я попробую. Да что ты, стреляем в голову. Вон он идет. Иди ко мне. Иди ко мне. Рекомендуется стрелять в перенос резервуар. Ну, давай.
Мишань, беги. Почему? Потому что он сейчас придет сюда, мне надо куда-то бежать. У него брони вообще не осталось. У меня жизни. А ему больше нет. А тут еще есть? А тут еще есть? Да. Да что ты, давай беги. Что ты? Чего такое огнемет? Далеко застает. Лежать. Найти в разоренном мире магию купюры с исходным потомом, терапевт иголку в стоге тем. Но тебе удалось таки перевести, что не дождусь, когда ты притащишь их сюда. Обалдеть. Кстати, агент, у меня выпивка, или она еще где-то? С тебя 25 тысяч аптечек. Ты как? Ну, в норме. В этот раз нормас? Минус босс. В предыдущий раз было нормас, ты сдох, я старался. Я последний раз вообще-то даже босса вынес. И в этот раз, в общем-то, его я расстрелял. Ты это уже включал. Чё, валим нафиг? И что-то ещё было? Нет? Спасибо, агент. Мы здесь уже были, Ваня. Я не про то. Я подготовила отчет для потомков и для ЦКЗ. Ты тоже посмотри. Вроде как речь шла о том, что где-то что-то еще рядом валялось. О, новый навык. А, улика. Блин, ну ладно. Образцы оригинального патогена «Зеленая трава», взятые из купюр, использовавшихся для первоначального заражения, позволили нам детальнее изучить базовый геном. Я обнаружила прямые свидетельства того, что вирус создан искусственно. Генетический материал полудюжины других патогенов. Их внедрили, чтобы повысить убойную силу вируса. Знаешь, предыдущий босс был явно проще. И огнеметчик предыдущий тоже. Я быстрым перемещением на базу и спать. Окей. Завтра работа. Во сколько чего? Блин. Ну, с утра у меня дел фига, с утра домашка. Так что посмотрим. Блин, надо сказать, это, короче, тот же огнеметчик, что и был, только с огнеметом подальше и помощнее, и быстрый. И сам он здоровый в этот раз. И сам он здоровый в этот раз. И жирный. Да не особо. Я на него потратил, знаешь, сколько выстрелов? Ну? Не слышишь? Да. 26. Да. Ты не поверишь, ни ты один и стрелял. И снайперки. 26. Что это такое? Отдел социальной адаптации. Чем могу помочь? Это штаб-сержант Макс Купер. Мне нужны переводчики для складов. Армянские и западноафриканские диалекты. Да вы сами знаете, это редкие языки. Обычно у них в семьях можно найти хоть одного, кто знает английский. Но сейчас тут, черт, голову сломит. Сейчас выясню, что можно сделать. Спасибо, мэм. Выручили нас.
Поблизости обнаружена эхозапись. Учитывая получается, что ты ухнешь, я себе место, короче, бомбы, которые мимо я стреляю, я себе поставлю мини-лечилку. И, соответственно, медицинские ресурсы я спрашиваю в лечении этой лечилки. Первая помощь она называется. Окей. Окей. Давай. Агент вышел из вашей группы. Спасибо огромное. Привет, я... Одну секунду. Да. Извините, доктор Кендалл, но образец не дал результата. А вы при комнатной делали? А, вы же сказали... Я сказала, комнатная температура. Ну, отклонение было незначительное. Знаешь что, я сама сделаю. Ты просто не трогай. Сделаем вид, что ничего не было. И почему так трудно найти компетентных помощников в разгар эпидемии? Ну, во всяком случае, мы приступили к анализу тех образцов. Доктор Эллис меня выручил, взял на себя медблок. Теперь меня не будут отвлекать. Моя бывшая говорила, что патогены мне ближе, чем люди. Моя бывшая. Забавно? Да. В общем, продолжай в том же духе. Мы уже на полпути к вакцине. И с твоей помощью мы ее сделаем.
911, что у вас произошло? Шутка. Это я, Джен. Я сейчас не могу взять трубку, оставьте свое сообщение, я вам перезвоню. Привет, это снова я. Хочу, чтобы ты кое-что послушала. Вот, это птицы. Ты не поверишь, как приятно их слышать после 9 лет за решеткой. Вы в безопасной зоне.